Приветствую всех на своем канале, с вами Страж. Я думаю, многие из вас хотели бы поиграть в старый добрый Disciples, находясь в дороге, на отдыхе, либо просто не имея доступа к своему компьютеру. Так вот, сейчас я расскажу вам, как поиграть за свою любимую расу на мобильном телефоне или планшете. Желательно, конечно, лучше на планшете. Экран больше и играть, соответственно, удобнее. Для этого нам понадобится программка Exagear Strategy. Ссылку я оставлю в описании под видео. Ну, тема эта не нова, уверен, что многие с ней знакомы, сталкивались и уже кто-то пробовал, играл. Но все же расскажу для тех, кто не видел этой программки. Помимо установленной на смартфоне программы, вам еще понадобится возможность подключить свой смартфон к ПК и установленная на ПК ваша любимая Disciples. Итак, переходим по ссылке в Play Market, нажимаем установить на Exagear Strategy. Ждем окончания установки и с вашего рабочего стола на смартфоне запускаем программку. Нажимаем все кнопки разрешить, читаем туториал и закрываем приложение. После этого открываем на вашем смартфоне любой проводник и ищем папочку Exagear, которая должна была появиться после всех этих манипуляций. Затем подключаем наш смартфон к компьютеру и открываем найденную нами уже Exagear Strategy папку. Параллельно открываем папку с нашей установленной игрой Disciples 2. Выделяем все файлы при помощи комбинации клавиш Ctrl-A. Копируем и перемещаем в папку Exagear Strategy. Ждем завершения копирования. Этот момент я, конечно же, вырежу. И отключаем смартфон от ПК. После того, как файлы скопировались, запускаем нашу программку на смартфоне. У нас появится либо одна надпись Disciples 2 с зеленым треугольником, либо, так как у меня, три надписи. Вы можете выбрать бесплатную пробную подписку, либо же оформить платную. Я выбираю бесплатный период и затем выбираем управление Helium. Можно почитать обучалку. Выбрали управление Helium, нажимаем ОК, ждем несколько секунд, пока запустится игра, и далее вся музыка будет идти со смартфона. Звук немножко будет двоиться, потому что было записано аппаратное аудио и аудио с динамика телефона. Итак, давайте вступительную заставку пропустим, тем более, что она немножко подлагивает, но это не страшно. Итак, давайте же взглянем, как работает игра. Начнем новую сагу. Давайте начнем сразу же за эльфов. Выберем уровень. Имя, к сожалению, выбрать не получается, потому что не вылазит клавиатура. Ну, мне кажется, имя тут не важно. Гневу Гляна на Нивендар не было предела. Он набросился на свою бывшую возлюбленную Мортис со страшной силой. Его ярость, будто ужасное чудище, могла убить всех без разбора. Итак, давайте пролог тоже пропустим, потому что нам же важен геймплей. Не столько история, сколько геймплей. Все диалоги я тоже вырежу, потому что в начале кампании за эльфов у них тут очень много. Сразу можно зайти в настройки, в загрузки и посмотреть, что все ваши сценарии, все ваши сейвы остались в целости и сохранности. Конечно, с переносом войск, эликсиров и всяких артефактов придется немножко поиграться, постараться научиться, потому что не совсем удобно. Нужно на несколько доли секунд задержать палец, а потом переносить своего юнита. Также щипком двух пальцев можно отдалять и приближать картинку.
Итак, армию мы набрали. Давайте нападем на этого зомби и посмотрим, как же происходит здесь битва. Как мне кажется, так для смартфона это вполне отличный вариант. Можно поиграть где хочешь. Давайте также продемонстрирую, как происходит постройка зданий. Передвижение. Так что для тех, кто очень давно хотел поиграть в свою любимую игрушку где-нибудь в дороге, мне кажется, очень полезное приложение. А на этом всем спасибо. Пока.